Всем привет! Значит, угостили меня на днях линем. Ну и мы его закоптим. Ну, в принципе, что я сейчас делаю? Я рыбу чищу чешуи, кишки удаляю, разрезаю ломтиками, засаливаю в сухом посоле из расчета 2% соли от веса рыбы, ну, оставшиеся тушек рыбы, и 1% сахара. Все элементарно. Ну что, ребят, значит, вот столько у меня рыбки, 2,33 килограмма у меня вышло. 2 килограмма 330 грамм. Вот, сейчас мы туда добавим соли, сахара, как я и говорил, 2% соли от веса рыбы, 1% сахара и, в принципе, немножечко про ножи. Значит, смотрите, вот этим вот свибой я пытался резать, но с этой рыбкой, конечно, беда полная, потому что ножик очень мягкий. Да, брюшко вскрывать им удобно, но кость разрезать это нереально. Ну и в итоге вот этой вот самуркой я работал очень классно. Мне очень понравилось, хотя вот эту самуру, ну вот эту серию самур я, в принципе, забраковал, потому что мне неудобно. Вот, хотел кому-нибудь задарить, но супруга сказала, оставь, ей они очень понравились, эти вот серии этих самур, мне нет. Вот, а также вот этим вот баком работал, вот, тоже удобно, он более жесткий, но это уж у нас филейник, это у нас не рыбный ножик. Но вот это вот, в принципе, вот эту вот чешую мелкую можно было почистить, но я уже не заморачивался, я здесь скорее шкуру раздеру, чем почищу. Значит, напоминаю, что у нас 2 килограмма 330 грамм рыбы, уже почищенный. Вот, очень много, примерно почти что столько же. Головы плюс кишки примерно столько же вышли. Там я взвесил 2, не 2, 1 и 1 800 что-то, не помню. Или, да, 1 800 что-то. Значит, смотрите, сейчас я режу рыбу на порционные кусочки. Вот, можно порезать вдоль, можно порезать, ну, то есть порционный кусочек и еще вот так вот. Порционный еще вот так вот. Но я порежу просто на порционные кусочки, примерно на 4 каждую рыбку. Вот. Ну и, в принципе, все положу в контейнер, помою его и засолю. Вот. Солить буду, ну вот сегодня у нас уже, хрен я вижу, наверное, около что-то часов 4, начало 5. Ну, наверное, завтра с утречка я и повешу сушиться и где-то в обед завтра начну коптить. Ну что, ребят, утро следующего дня. 11:47, 21 градус в тени. Ну вот, в тень повесил рыбку. Пускай обветрится немножко. Обсохнет, станет такая липковатенькая. И будем коптить. Прошло у нас сколько? Значит, 13:27. То есть 2 часа прошло. Рыбка у нас, в принципе, обсохла, я ее недавно открывал, она такая липкенькая стала, как и положено ей быть. Вот, осы ползают, прямо аж не могут. Ну что, давайте подготовим коптильню и, в принципе, начнем коптить. Значит, возьмем щепу ольху. Как обычно, жменька. Жиросборник застеленный фольгой. Жиросборник у меня где-то на 12 сантиметров от дна. 10-12 где-то так. Вот. И видите дырочки здесь, этажи. То есть коптильня высота 48 или 49 сантиметров. 12 сантиметров жиросборник, 48, 12 сантиметров первый этаж, 12 второй, ну и вот эти вот дырки, если надо что-то подвешивать, то где-то 2 сантиметра вот верхом. Вот. Значит, что я сейчас делаю? Вставляю в эти отверстия арматурины, на решетку выкладываю рыбу, ну и дальше включусь. Значит, рыбка у меня в коптильне. Вот она разложена. Главное, чтобы кусочки друг друга не касались, как обычно. Один щуп термометра я вставил. Вот видно, вон он стоит где-то посередине, так закрываю, а соль летит. Вот, а второй щуп я сейчас разожгу печуру, поставлю коптильную, быстренько вставлю щуп. Термометр стоит в рыбке. Вот он подключен, закрываю. Ой, ё-моё, у нас фаренгейт стоит. Я-то думаю, сейчас переключимся. Ну что, я сейчас разжигаю печку и начинаем коптить.
Все, печка разжижена. Сейчас я поиграюсь, переключу термометр из Фаренгейта в Цельсий. Какого-то хрена он переключился. Вот. Ну и, в принципе, копчение началось. Кому интересно, я разжег печку 13.37. Здесь у нас 23 градуса. Ну вот все, я переключился у нас в коптильне 26 уже, а в рыбке 18. Ну что, коптим, как обычно, где-то до градусов 58-60, потому что в дальнейшем при отстое рыба еще наберет где-то до 63. Все, коптим. Видите, как из дырочек хорошо идет дымок. Так как рыба у нас кусковая и, в принципе, как бы сохранить шкуру нет никакого требования, никакой надобности, не так с ней ничего страшного не случится, то можем коптить где-то при градусах 100-105, вот так вот. Ну, рыба все-таки продукт нежный, какая бы она ни была. А так вообще рыба коптится где-то от 80 до 90, максимально 95 градусов. Ну и, конечно же, после выдержки, после отстоя, до 63. То есть доводим где-то до 58, до 60. Ну что, ребят, 58 градусов в рыбке. Будем ее снимать. Вот, печурка догорает. Совсем немного ушло дров. По времени у нас 14.31. 21 градус по-прежнему в тени. Вот, температура не поднималась больше 90, даже где-то 89 градусов. Но я имею в виду в коптильне. Вот. Ну что, все, снимаем и закрытой крышкой, пускай вот здесь вот прямо у меня постоит немножечко коптильня. Вот, обратите внимание, коптильню я снял, да? Вот печка пустая. А температура немножко еще поднимается. И какое-то время она еще будет расти. Я имею в виду, вот, 59, смотрите, то, что температура в рыбе самой. Давайте, чтобы не мешал, отключим этот щуп. Вот. Температура в рыбе. Ну вот смотрите, уже 60 градусов, да? И вы меня спросите, так а когда же открывать? Ребят, или же если температура достигнет 63, тогда открываем. Или когда температура начнет понижаться, тогда тоже можно открыть. А пока что пускай постоит. 63 градуса. 14.37. Сколько это? 5-6 минут постояла коптильня. Открываем крышку. Вот такая вот у нас рыбка. Красотища. Ну вот, рыбка сейчас остынет. И ставим ее на проветривание на сутки. И, собственно говоря, вот что в коптильне. Хорошо видно, что ничего не пригорело, жир накапал, какая-то влага была, но ничего не горит. Вот рыбка прокоптилась. По времени, по температурам я все рассказал. Ну и сейчас она остывает до комнатной температуры. Видите, порог даже идет, видно. Вот. И мы ее в холодильник до завтра. Так что покедово. Значит, давайте попробуем рыбку. Вот, собственно говоря, она у нас выветрилась. И вот сейчас вот я маленький вот этот вот кусочек возьму, попробую. Так, давайте снимем шкурку. Конечно, шкурка у рыбки будет здоров. Ну вот, но ничего, мы попробуем ее. Понюхай, пожалуйста, оператор. Ну как? Хорошо пахнет очень. Пахнет просто волшебно. Реально супер. Очень охрененно. Ребят, рыба суперская. Соли достаточно. Плотность отличная. Вот. Ну просто шикарная рыба, нечего сказать. Так что коптите. Коптить легко. Научиться легко. То есть, как вы видели, основа копчения — просушка. Ну, естественно, хороший продукт, хорошая просушка, 2% соли, если хотим подсушить, в данном случае это рыба, немножко надо влаги высосать, 1%, ну, совсем чуть-чуть добавляем сахара,
Вот, солилось у меня 19 часов, я посчитал. Ну и коптилось при невысоких температурах до 58 градусов и потом до 63 дошла. 63 градуса нужно для того, чтобы убить бактерии. Ребят, рыба супер. Рекомендую.